получасе езды от Дубая на берегу прекрасного Персидского залива в месте, которое местные люди называют Эмирацией Ривьера. Когда-то здесь была резиденция шейха Заеда, того самого, который объединил несколько эмиратов в одну процветающую большую страну. А сейчас один из крупных застройщиков из Эмирата Абу-Даби строит здесь новый жилой поселок Аль-Джурф Гарденс. Давайте посмотрим поподробнее. Комьюнити действительно уникальное, и, пожалуй, это единственный беспрецедентный проект такого рода на данный момент на территории Арабских Эмиратов. Задача застройщика состоит в том, чтобы не просто построить очередное комьюнити на берегу моря, хотя и таких становится все меньше и меньше, потому что береговая линия вся застроена, но и вписать это комьюнити в местный природный ландшафт, а также исторический ландшафт, потому что раньше здесь находилась резиденция шейха Заеда, и до сих пор тут стоит его дворец, который застройщик в будущем превратит в музей, куда, естественно, могут ходить резиденты, ну и гости этого комьюнити тоже. Помимо исторического наследия, конечно, здесь очень богатая природа. Очень много деревьев, зелени, здесь живут разные животные, тут можно встретить оленят, газелей. В море плавают черепахи, и буквально вчера я сама видела, как черепаха выползала на берег, потому что здесь расположена зона размножения этих черепах. И чтобы сохранить их тоже, застройщик подписал контракт с National Geographic для того, чтобы не повредить то место, где размножаются эти черепахи, и оставить и эту часть природного наследия нетронутой. Комьюнити будет состоять из порядка 500 домов, которые представляют собой виллы разного размера с различными участками. Самые крупные виллы были по 7 спален с участками порядка 20 соток, поменьше это 5 спален, 4 спальни, 3, а также таунхаусы и виллы с двумя спальнями с участками меньшего размера. Но тем не менее, самый маленький участок в данном комьюнити будет составлять примерно 7-7,5 соток, и для эмиратов получить такой большой объект земли в свое 100% пользование и в 100% собственность – это практически нереально. Поэтому предложение достаточно уникальное и интересно тем, что вы получаете не только дом, но и хороший участок, на котором у вас может быть сад, бассейн, также какие-то дополнительные постройки по вашему желанию. Все это будет разрешено. Данные виллы будут находиться на побережье с личным пляжем. Пляж порядка 700 метров, на который не может прийти никто, кроме жителей комьюнити, ну и, конечно же, ваших гостей. Также будет строиться, на самом деле уже почти построился, насыпной остров, на котором будет расположена испанская wellness-клиника под названием Ша. Это очень известный бренд, и этот бренд стремится всегда к тому, чтобы располагать свои клиники в экологически чистых местах. Они делают пробы воздуха, пробы почв, пробы воды, и только после строгих проверок дают добро на то, чтобы клиника строилась в какой-то новой локации. Так вот, данное место – это единственное место на территории всех Арабских Эмиратов, где клиника Ша согласилась построить свой очередной филиал. И она будет располагаться на насыпном острове. Посредине острова будет находиться клиника, а вокруг нее будет еще одно мини-комьюнити, которое тоже состоит порядка из 90 вилл, которые будут выполнены в стилистике Ша, то есть это такой минималистичный дизайн с ландшафтом, с бассейном и, конечно же, с личными пляжами.
Строительство поселка разделено на несколько фаз, как всегда это и бывает в Арабских Эмиратах. Первая фаза будет сдана уже весной 2023 года, поэтому совсем скоро первые жильцы смогут заехать в свои дома. Далее следующая фаза сдается в 2024 году, и после нее планируется еще несколько фаз в районе 2025 года. Помимо вилл и таунхаусов, здесь планируется также несколько отелей и квартирных домов. Но поскольку концепция данного проекта – это жизнь в стиле эко, то, конечно, квартирные дома не будут высотками. Это будут низкие дома по 3-4, максимум 5 этажей, точно так же, как и отели, которые тоже будут построены в максимально природном стиле, чтобы не выбиваться из общей концепции и местного прекрасного ландшафта. На территории этого комьюнити будет очень много зелени. Вот посмотрите на это дерево, которое растет рядом со мной. Такие деревья эндемичные для Персидского залива, для местного региона. Их можно встретить и в пустыне, но, конечно, если за ними ухаживать, поливать, то они вырастают очень большие. Так вот, у шейха Заеда, объединителя Арабских Эмиратов, была мечта озеленить пустыню. И он очень активно занимался озеленением, конечно, в первую очередь его родного Эмирата, Эмирата Абу-Даби. А поскольку здесь была его резиденция и находился его дворец, который, кстати, позже будет конвертирован в музей, очень много зелени было высажено и здесь. Так вот, на данный момент в поселке находится огромное количество крупномерных деревьев, которым уже там по 40, по 50 лет, и все они останутся здесь, потому что концепция данного застройщика состоит именно в том, чтобы сохранять наследие не только историческое, но и природное. И в данном случае, конечно, невозможно было сохранить все эти деревья на месте, но застройщик их выкопал и поместил в такой огромный питомник, который здесь находится на въездной группе. Каждое дерево, крупномер, растет вот в таком огромном горшке, за ним ухаживают, поливают его до того момента, пока поселок не закончит строиться. А когда строительство будет окончено, каждое дерево будет перемещено обратно и высажено уже на территории поселка. Каждый житель сможет прийти в этот питомник и даже выбрать несколько деревьев для своего участка и разместить их именно там. А поскольку участки здесь довольно большие, они начинаются от 7 соток и больше, то представляете, что несколько больших красивых деревьев очень хорошо украсят ваш ландшафт прямо сразу же после сдачи объекта. Ну а пока что пойдемте к морю, посмотрим поближе. Море просто потрясающее. Посмотрите только на цвет. Это такой цвет, который я видела, наверное, где-то на Мальдивах или на Сейшелах. Данная зона моря Персидского залива относится к зоне размножения черепах. Здесь на самом деле водятся черепахи, и, как вы знаете, они откладывают яйца в песок один раз в год, выползая на прибрежную зону. Эта зона в данном случае охраняется National Geographic, и в сотрудничестве с девелопером National Geographic будет переносить эту зону размножения черепах на отдельный остров, который будет строиться в рамках строительства этого комьюнити. Остров будет находиться вот там, отсюда немного его видно. Там сейчас вдалеке работает какая-то техника, да, уже видно, что насыпано практически все основание. На острове будет тоже находиться сейчас поселка, а на самом конце будет так называемый черепаший островок, куда будут, собственно, и перенесены все эти яйца. И когда черепашата вылупятся уже на новом пляже, они и обратно вернутся тоже на новый пляж, а не сюда. Мне кажется, это очень здорово, когда застройщик действительно заботится о том, чтобы человек мог жить в гармонии с природой, не нарушая ее, и стараясь создавать условия и для животных, которые живут вокруг нас тоже. И, кстати, помимо черепах, здесь очень много разных видов птиц, газели, карликовые олени. Мы потом попозже пройдем в парковую зону и наверняка их там увидим. Давайте пока что на море еще полюбуемся. Сегодня очень много волн.
Это очень здорово. Ветер потрясающий, очень чистый воздух. Когда приезжаешь из Дубая сюда, то первое, на что обращаешь внимание, это как раз-таки на разницу в чистоте воздуха. У меня есть приложение, в котором я проверяю степень загрязненности воздуха. Так в Дубае, как правило, это приложение показывает мне очень высокие параметры, все горит красным цветом. И, в общем, мне кажется, что достаточно печально все. А здесь действительно чище, и всегда очень свежий ветер, пахнет настоящим морем. И, в общем-то, я думаю, что именно поэтому поселок будет популярен среди семей с детьми. Потому что, конечно, мы все хотим, чтобы наши дети росли в чистом окружении, да, в благоприятной экологической обстановке. Я думаю, что это одно из тех самых мест, где мы получаем хорошее сочетание и экологии, и в то же время близости к инфраструктуре и близости к городу. А в данном случае близость не только к Дубаю, но и к Абу-Даби, к тому эмирату, который обладает очень хорошей образовательной инфраструктурой и культурной инфраструктурой и развивается именно в этом направлении. Я добралась до самой зоны застройки. Смотрите, сзади меня уже видны первые дома. Обратите внимание на то, насколько близко они к пляжу. Я сейчас нахожусь на пляже, а дома, в общем-то, совсем недалеко за моей спиной. Первая очередь этого поселка будет сдана уже весной 2023 года. Вторая очередь в 2024 году. Поэтому то, что вы видите сзади, будет доделано в ближайшее время. В первую очередь домов осталось на продажу очень-очень мало, но во второй очереди еще есть кое-что, из чего можно было бы выбрать. В Эмиратах все дома строятся на фабрике, то есть, по сути, на заводе отливаются бетонные стены, да, и привозятся на строительную площадку в контейнерах как конструктор и собираются прямо на месте. Поэтому иногда, приезжая в поселок, можно подумать, что как будто бы домов совсем мало, а через две недели их прибавилось пара десятков. Все это происходит как раз из-за того, что застройщик отливает большое количество стен одновременно, потом они все завозятся сюда, на территорию, и складываются в готовые каркасы. Все дома, кстати, будут с полной отделкой и, как я уже говорила, с огромными участками земли. А вот и макет нашего комьюнити. Посмотрите сразу, сколько здесь зелени. Дома все расположены отдельно друг от друга. Здесь нет ни одного дома, который бы стоял с соседним прямо вот стена в стену или забор в забор. Здесь везде между домами есть даже вот такие вот маленькие дорожки озелененные. Есть также крупные вот такие широкие парковые зоны. И в этих парковых зонах будут и детские площадки, и теннисные корты, и баскетбольные площадки. То есть внутри самого комьюнити тоже много инфраструктуры для такой спокойной семейной жизни. Мне кажется, это очень здорово. Посмотрите даже вот на таунхаусы. Таунхаусы обычно же строятся в один длинный ряд, стена к стене. А в данном случае даже таунхаусы стоят парами. Соответственно, у каждого дома будет большая территория, ну и просто больше воздуха и больше свободы вокруг, когда ты не находишься, например, между двумя соседями, да, и чувствуешь себя достаточно зажатым. Вот он, частный пляж, пользоваться которым будет разрешено только жителям этого комьюнити. Также у жителей будет свой собственный вот такой вот небольшой причал для яхт и катеров. Он тоже частный, туда не может приплыть никто иной, кроме как житель этого поселка. В будущем застройщик планирует здесь общественную марину, что-то типа мини-Дубай-марины, но экологически чистую. Она будет располагаться немножечко за комьюнити, поэтому все, что мы видим внутри, это сделано только для жителей. Это полностью приватная территория, никто лишний зайти или заехать сюда не может. Комьюнити разделено на фазы, да, вот это вот первая фаза, как раз, которая сдается в 2023 году, она уже практически вся распродана. Далее после нее будет застраиваться вот там вот тот угол следующий, это вторая фаза. Вторая фаза тоже в достаточно уже высокой степени распроданности, но несколько лотов еще есть. И я думаю, что что-то появится в третьей фазе, так называемой, но пока застройщик
держит это в секрете, мы точно узнать планов не можем. Но я думаю, что что-то должно появиться в ближайшее время. Поскольку комьюнити частная занимает всю вот эту территорию, которая окружена каналом, и внутри этой территории ничего не может быть, общественные зоны будут располагаться с левой стороны, ну вот примерно вот где я сейчас нахожусь, только вот в эту сторону. Здесь будет второй пляж, который будет где-то в 3-4 раза длиннее, чем первый, куда тоже смогут приходить жители. То есть, в принципе, можно пользоваться двумя пляжами. Одним закрытым, а другим открытым. Почему открытым? Потому что здесь будет находиться, скорее всего, пара отелей, здесь будут какие-то пляжные клубы и небольшая ритейл-развлекательная инфраструктура. Поэтому для жителей открыт не только этот пляж, но и второй. А дальше вот с этой вот стороны как раз-таки будет сама инфраструктура поселка, которая будет состоять, конечно же, из мола, из магазинов, аптек, клиник. Здесь будет полицейская станция даже своя собственная. Здесь планируются две международные школы, когда поселок уже будет готов. И, в общем-то, полная инфраструктура для нормальной жизни, для того, чтобы не было необходимости постоянно выезжать в большой город за какими-то мелочами. Поэтому я думаю, что смело можно рассматривать это комьюнити не только как дачу или загородный вариант такого holiday home, да, на выходные, но и действительно как место, где можно жить на постоянной основе, потому что инфраструктура вся будет в наличии, а доступность транспортная до большого города здесь просто прекрасная. Дубай 30 минут, Абу-Даби 40 минут, поэтому если что-то и необходимо, то доехать всегда можно, и, кстати говоря, всегда без пробок, потому что трасса скоростная, ограничение скорости 140 км в час, и лично я от Дубай-Марины всегда сюда доезжаю где-то вот за полчаса, иногда даже чуть быстрее. Приезжая сюда, ощущаешь действительно совсем другую энергетику. Несмотря на то, что большой город совсем недалеко, здесь чувствуется расслабленность, мирная жизнь, спокойствие. Я думаю, что здесь действительно очень здорово будет жить с детьми, но и не только с детьми, потому что нам всем нужно место, где мы можем восстановиться после интенсивных рабочих дней. Особенно, когда мы живем в крупном мегаполисе, таком как Дубай, Абу-Даби или даже Москва и любой другой город мира. Это действительно то место, где можно отдохнуть, где можно прийти в себя, подготовиться к следующему рабочему дню и с полными силами и энергией возвращаться в большой мир. Кстати, насчет стоимости. Данный застройщик предлагает покупателям воспользоваться программой рассрочки. То есть вы можете купить виллу, заплатив всего лишь 10% от ее стоимости, а остальную часть цены платить в течение 4 или 5 лет по вашему выбору. Вы можете заехать в вашу виллу уже в 2024 году и продолжать оплачивать эту виллу еще 2 года после того, как вы получили ключи. Это достаточно уникальное предложение на рынке на данный момент, потому что и в Дубае, и в Абу-Даби подобных предложений практически не осталось. Рассрочкой может воспользоваться абсолютно любой, для этого не нужно быть резидентом Арабских Эмиратов. Вы можете быть не резидентом и оплачивать каждый последующий платеж банковским переводом абсолютно из любой страны. Также, если вы хотите получить золотую визу и стать резидентом на основании покупки недвижимости, вы тоже можете это сделать, приобретя объект здесь. Как это происходит? Поскольку мы находимся в Абу-Даби, мы должны получать золотую визу через Эмират Абу-Даби, в котором действует правило, что если покупатель приобрел объект и внес в счет стоимости объекта 2 миллиона дирхам, хотя бы это входная точка, он становится автоматическим претендентом на золотую визу на 10 лет. Соответственно, покупая виллу в данном проекте, а стоимость вилл сейчас начинается где-то от 3,5 миллионов дирхам, покупая виллу в данном проекте, вы можете оплатить 2 миллиона, и после того, как проплата будет сделана застройщику, сразу же подать на золотую визу и стать резидентом Арабских Эмиратов на ближайшие 10 лет. Ну,
Ну и возвращаясь к вопросу о сохранении наследия, сзади меня как раз расположен тот питомник, то место, куда были высажены все деревья, которые росли на территории проекта и мешали строительству коммуникаций. Так вот, посмотрите, это крупные деревья, которым уже по много десятков лет, их высадили вот в эти вот большие чаны, в каждой из них проведена трубочка с водой, я это вижу. То есть каждое дерево отдельно поливается для того, чтобы его сохранить и высадить обратно на территорию комьюнити после того, как оно будет застроено. Ну и каждый желающий сможет выбрать пару деревьев и для своего личного участка. Я думаю, что это очень здорово. И, конечно, застройщик, который таким образом относится к природе, к окружающей среде и строит такого рода проекты, ну, мне кажется, у него просто очень большое будущее. Если хотите съездить сюда и посмотреть на это место воочию, звоните мне. С удовольствием вас свожу, съездим вместе, полюбуемся великолепными закатами, посмотрим на море и на поселок.